Привет. Опять рыбалка. Часть пятая. Опять гауя. Пытаемся поймать ихтиандра. Сегодня пасмурно, но тепло. Ну что, будем распаковывать удочки и начинать нашу охоту за ихтиандром. А ось сегодня повезет. Так. Так, так, так. Предыдущая серия закончилась тем, что я оборвал крючок. В итоге у меня сели аккумуляторы. И в принципе серия была ни о чем. Сегодня поставил новый крючок. Покупал крючки в Алиэкспрессе. Вот сейчас и протестируем крючочки. Ну, вроде бы острый. Так, ребятушки. Фу-фу-фу. Ловись, рыбка большая и велика. Опаньки. Ладно, ребятки, пойдем попробуем половить карася. Попробуем половить карася. А то ходят такие байки, что здесь карасей тягают просто, блин, неимоверно. Вот так вот и верь рыбакам. Натравят байки, что наловили 10 килограмм карасей. А остальные все верят. По-видимому, здесь вообще ничего нет. Попробуем подкинуть туда подальше. Блядь. Так не зацепим ли? В общем, здесь рыбы нет. Поедем в другое место, куда-нибудь съездим. Нехрен тут высиживать.
Вот жабы распелись, блин. Ну вот, с этого болота я вытащил ихтиандра. Ну что, еще половлю минут 15 и буду собираться. Приеду, может, вечером. Так как что-то уже припекает очень конкретно. Еще карасик. Отпускаем. Так, на этом пятая серия заканчивается. Стало очень жарко. И карась перестал клевать. Буду собираться. На сегодня хватит. На сегодня хватит рыболовных приключений. Так, собрались. Будем выбираться отсюда. Ну что, дорогие зрители, на этом пятая серия закончилась. Было поймано два карасика, но зато я узнал, что в этом болоте водятся ихтиандры. Ждем шестую серию. Пока-пока, удачи, подписывайтесь на канал, еще будет много всего интересного.